Так, все. Всем добрый день. Сегодня у нас погодное видео. На улице ветрище поднялось. И жарище у нас где-то под градусов 35-40. На солнце тут не есть. Вон, даже проехали были. Машины проехали. Жара. На улице духота. Вообще. Ну, мы идем на пляж дальше. Невыносимая жара. Хотя при ветре это ничем не лучше. А чтобы так. Но все равно жарище. Ну что, скоро осталось тут. 3 дня. И домой. Да. Ветрище поднялось прям. Конечно, не хотелось бы. Ну, вот завтра уже не будет ветра утром рано. Ну, сильно утром рано. В принципе, интересно было. И дельфинов поснимали, и крабов половили. А крабы вообще прикольно ловит, интересно. Конечно, с одной стороны щипается, с другой стороны маленьких интересно ловит крабов. Ну, все увидите в утреннем видео, уже она идет, премьера на канале, уже давно идет. Вот. Кто еще не видел, гляньте, есть видео уже на канале, все есть. И отдельно дельфины, конечно, поснимали немного так. Вот. А так, в принципе, отдых в скором времени подходит к концу. Сегодня уже 10-й день отдыха. Или 9-й день. 10-й день. Осталось чуть-чуть. И будет не верить. И только больше воспоминания смотреть ролики. Ролики смотреть. Да выкладывать еще что-нибудь так. Да. Не надо ехать на 14 дней. На следующий год на 2 недели поеду. 12 дней что-то мало прям. Очень мало. Держись. Женя, ты и старше. Нам уже приближаемся к морю. Волны появились. Ну еще когда я уходил утром, вон все равно были как-то. Блин. Конечно, это с одной стороны плохо. Зато не поплаваешь толком. А в-третьих,
ветер сильный, боковой. Так что через секунду продолжим. Да, сегодня такой ветерок. Так, температура воздуха плюс 35. И у нас небольшой шторм, можно сказать так вот, типа того. Вода будет 24 где-то. Да, и водоросли, как всегда. Водоросли, очень обидно. Утро море было чисто. А днем грязная. На да. Где-нибудь тут остановимся, будем мерить температуру воды. Ну, как говорится, мы тут вот, да и все. А больше тут нигде не побаловались особо. Так, если только постоять. Да и все. Это максимум, наверное, сегодня. Хотя, может быть, можно побаловать, но ладненько, не будем болтать. Погнали действовать, как говорится. Меряем температуру воды. Блин, эти волны. Приятного просмотра. Температура воды 26, море 26, ну шторм, ну то есть шторм из моря, водоросли много, грязная типа того. Да, там мы сейчас хотим ходить в море где-нибудь, вон туда. Да, воды если полно, то не удивляемся. Увы, это природа. Видимо, ничего не поделаешь. Ну, вот такое море в данный момент. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Обидно очень, но когда есть у природы неплохой погоды.
У природы нет плохой погоды. Надо идти по берегу будет. Вон туда, что ли, пройти, все, вы думали. Дальше. Дальше надо пройти, где он катирает. Ну. Не всегда подобного. Да, море штормит. Вон там, там вообще мелко. Вон, возле буйков там вообще мелко. Вон, где девка ходит. Там вообще мелко. Блин, вообще мелко очень. Грязная вода, а там уже что-то уходит. Может, дельфины? Дельфины не будет такой погоды. А, и такая грязь. Вот тут где-то чистое. Да нет, тут чистого вообще ничего. Надо туда идти. А может, там мелко, там чисто может. Непонятно, я не вижу. Ну пошли, сходим. Надо сходить. Пошли. Сейчас, через секунду продолжим. Так, ну мы решили дальше пойти. О. Культура. Это молодец. Вылетел. А мы ищем чистое море. Часто я не забываю, что я ищу чистое море. Я, в принципе, не привык рядом купаться. Нет. Но если нет выбора, тогда придется там искупнуться, да и все. Вот. Может быть, вон там дальше сюда пройти. Сюда, сюда, сюда. Будет еще много чего, видео всяких. Ну, конечно, квадрокоптера тоже будет видео, которые я еще не выкладывал ни разу. Может, тут где-нибудь? Или вон туда пойдем? Ну, вон там тоже.
где? А, да, ну, порвато. Ну да, большая, не видно. Пойдемте посмотрим, что тут домой. Тут вообще мелко. Очень мелко. Ну, такая ерунда. Часто днем, не знаю, кто же ходить днем. Ну, увы, днем нет нормальной. Сколько бы я не был днем, да, вот такая вот хрень плюс-минус. Либо мой передальше, а смысл идти передальше. Я уже не знаю, куда идти. Так что это ерунда все равно. Ну это волны классные. Не спорю. А вот волны нет вообще тут. Ну тут вымыло песок, блин, прям. Ямки на ямках. Ну вода все равно мутная. Увы. Вон там только дальше туда чистая вода, блин. Так что вот тут будем стоять. Сейчас обольемся. Ну и пойдем загорать дальше. Приятного просмотра. Опа, не друга. Это большая вон. Ух ты, я их тут не видел. Вон, вон, вон. Медуза вон большая. Да. Да, уже. Разбитая. Вон. О, маленький. Да, облиться надо, да и все. О. Красота. Блин, приятно. Выбирайся кепкой, чтобы не опускался. Я не успел. Ну? Так не успел, но... Круто. Волны это круто. Ну все равно можно купаться, можно плавать, но с осторожностью, конечно. Сейчас меня накроет. Утром завтра точно не будет, так что по утрам спустило. Красота. Ой, что-то большое.
попал на. Ох, красота. Увы, сегодня море не спокойно в данный момент днем. Да, можно искупать, можно. Но травы полно, увы. И медуз полно. Особенно больших. Ну, большие 2-3 я видел всего лишь, а маленьких полно. Маленькие они не обжигают, а у большие очень долго 20. Вон там народу еще очень много, кстати. Там, да, да. А тут прям никого. Я. Это и пешки, скорее всего, да. А так море, в принципе. Так, давайте закончим на этом, наверное, все. Вот такой бегам. Так что, вот такое сегодня море. В принципе, море у нас сейчас не очень стабильное. Ну, как сказать, точнее, тормит немножко море. Ну, травы до хрена, конечно. До фига травы. Немножко мутная. Сюда дальше вообще чистая будет. Но течение, опять же. Будьте аккуратны. Так что всем хорошего дня. Отличного настроения. Шикарного вечера. Ну и всем удачи и всем только пока. Привет всем из Анапы, Джимата Витязь, его в данный момент это Джимата. Вот. Сегодня утром было море просто шикардо. По-другому не нагорёшь. Сейчас, ну, неспокойное море. Но все равно можно купаться. Я все равно нашел, как приспособиться к таким вот, как говорится, ну, такой вот погоде, типа волны там, трамвай и все такое, можно найти. Все равно чистое море, так что ищите. А так всем советую ехать сюда, в Анапу. Всем пока-пока. Вон там народу полно, у нас никого нет.